Кавалеров, это современный кантильон. Это танец взаимного приглашения, в нем все меняются. Прошу вставать на ручеек. На этот танец дама имеет право выбрать любого кавалера. Кавалеры, не отказывайтесь. Наверное, исключением является только я, потому что мне нужно вести этот танец. И на центре может быть еще колонна. Господа, будьте добры, сейчас мы начнем ручеек. Правила еще раз я напомню о том, что когда выбираем себе партнеров, тот, у кого забрали партнера, должен выйти в начало ручейка. И в конце, когда музыка остановится, те, у кого нет партнера, подходите ко мне сюда, и вы найдете себе партнера для танца. Итак, ручеек, маэстро, музыку. Первые пары. Они вот отпускают руки, все остальные поднимают руки. И бегут, выбирают себе даму, выбирает кавалера, кавалер выбирает даму. У кого забрали партнера, тот выходит в начало ручейка. У кого кто без партнера, бежит в начало ручейка. Выбирать себе партнера может дама и кавалер, которые сейчас идут без партнера. Ваша задача за время музыки найти себе пару, случайно, отчасти образа. Те, кто не нашли себе партнеров, найдите их здесь, около меня, рядом со мной, в те, у кого нет. Вот дамы, вот кавалеры, пожалуйста, приглашайте, вставайте в пары и танцуйте вальс! Вальс! Thank you.
кавалеров. Кто-нибудь из кавалеров, помогите, пожалуйста. Все еще вальс.